С 1 марта этого года стало известно, что 200 отобранных музыкальных коллективов получат возможность выступать в метрополитене. Но метро — это вам не олимпийский. Туда, кого попало, не пустят. Она вернется, она мне ночью заменяет солнце. Так, стоп! А вы кто? М-бэнд. Мы хотим на станцию Пушкинская. Нельзя, у нас там Казаченко. Казаченко? Уже? Ну, во-первых, он там и до этого был. Здрасте, я Стас Костюшкин. Это который не очень караочен. Вам университет. Станция? Закончить надо университет. Вы текст своих песен читали, нет? Здравствуйте, мы группа Агата Кристи. А вам нельзя в метро петь? Почему? Ну, представьте, люди вниз спускаются, а вы оттуда все громче. Ночью по лесу идет сатана и собирает... Все, хватит, не пугайте людей, идите отсюда. Здрасте, время истекло, имя 505, песня 404. Молоко 69, хлеб 53. Что? Поделились ненужной информацией, до свидания. Слушай, я тут еще некоторых раскидала. Давай. Значит, Киркоров на Парк Победы? А там потолки низкие. А, тогда поменяем. Угу. Прохор Шаляпин на Бабушкинскую? Согласна. Краски на Цветной бульвар? Логично. Бьянку на Лубянку? Хоть с рифмой нормально все будет у нее. А Егора Крида послала на... И правильно сделала. Душа летела. Светка, смотри, кто идет! Это же солист группы «Пицца» из Уфы. Секундочку. А ты прячешь глаза за фарами. Я подожду тебя в лифте на всю планету Земля. Это, если что, он поет. Ой, а у нас свободных станций не осталось, к сожалению. Знаете, а оставайтесь здесь. Ведь хорошо, когда земляки рядом. И в завершение. Еще одни наши земляки из Башкортостана, команда из Уфы, в последний раз в высшей лиге играла 29 лет назад. Москва, давайте видеться чаще. Я бы не увидел тебя среди миллионов прохожих. КВН нам нравится, и тебе он нравится тоже. Мы бы не заметили вас, не было бы здесь этой встречи, если бы не КВН. Если бы не КВН вечер. Команда КВН Уфа и группа «Пицца» от всего сердца.